брать под крыло России. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. На студійному годиннику 19:22 час пити каву. Не запізно, бо активних запорізців пити каву на фестивальну площу, власне, на Майдан Героїв, запрошували на 18-ту годину сьогодні. Хто прийшов? І як відбувалося це чайо- і кавопиття, говоримо у темі дня, бо сьогодні у нас спеціальний випуск. Реагуємо на те, що відбувалося в активному Запоріжжі. Я дуже рада, що сьогодні в студії зі мною ті, хто там були. Ви теж з кавою, я так зрозуміла? Так. Теж готові продовжувати, хоча почали в 18-й. Отже, вас я хотіла привітати якраз оцими словами. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! До Майдану готові? Завжди готові. Ну от, що, власне, відбувається сьогодні? Що відбувалося на Майдані? І чому вчора в Фейсбук-сторінках, ну, взагалі була така активність фейсбучна щодо того, що треба реагувати на подію, яка відбулася вчора, 1 жовтня, в Мінську, на засідання трьохсторонньої контактної групи, українська делегація підписала так звану формулу Штайнмаєра. Отже, з'явилося щось нове в політичному житті України. Наскільки Запоріжжя реагує на це, будемо говорити сьогодні. Давайте на підтвердження якраз ці сторінки. І насамперед сторінка Олени Ярошенко, яка зараз в нашій студії навпроти мене з кавовою чашечкою і термосом. Сторінка Олександра Лебідя, це у нас Дем Сокира, йдеться про те, що ніяких компромісів сьогодні на 18-ту. І сторінки Інни Левхіної, бачимо, Мелітополь збирається на 18-ту годину реагувати на те, що відбувається в політичному житті. Перше враження. І насамперед, Олена, до вас і Романе, Роман П'ятигорець, голова Запорізького обласного осередку Комітету виборців України, активний майданівець, волонтер, волонтер Збройних сил України, так само, як і Олена. Отже, перше питання у мене про кількість. І наскільки кількість тих, хто вийшов, важлива для нас сьогодні, для вас сьогодні, Олена? Ну, якщо чесно, коли вчора ми збиралися на каву, я думала, что людей будет немного, потому что первые такие встречи и в 2013 году, uh-huh. да, собирали нас, ну, небольшим количеством. И за эти 5 лет те единомышленники, которые у нас были, какие-то мелкие ссоры, какие-то свои проблемы, мы разошлись, мы перестали общаться, у нас есть какие-то свои обиды друг на друга, но сегодняшний день убедил нас в обратном. Угу. Есть личное, а есть общее. И все люди, которые вышли, а нас вышло достаточно для первого раза, угу. для первой встречи. Такой импровизованной. Власне, вчера и было запрошено. Только вчера угу. мы написали этот клич, только вчера это все произошло вечером, да, в 19:00 была пресс-конференция, угу. то есть времени прошло не так много, Facebook... Ну, как бы то ни было, не так мы можем разнести информацию. Нас было достаточно, и нас объединила одна идея. Мы Украина. И мы не собираемся быть ни федерализацию проводить, ни признавать какие-то области какими-то спецобластями со спецстатусами. Мы все по Конституции одна страна. И мы это доказываем. Сколько приблизно людей? Я не знаю, мне казалось, ну, человек от 300 и больше, потому что uh-huh. я знала, увидела половину Фейсбука. Полтысячи, где-то 500 человек сегодня пришли.
Угу. Романе, можете оцінити, тому що, не знаю, на жаль чи на щастя, я думаю, що на щастя, не перший Майдан. На щастя саме тому, що це говорить про активність, пасіонарність, готовність реагувати, готовність долучатися навіть не тільки в Фейсбуці. Бо зараз загальний тренд був, якось воно буде, заспокойтеся. Ну, вы понимаете, опять же таки, вот почему именно те 300 спартанцев, да, которые вышли своей грудью, остановили там врага и спасли Грецию. Активных людей на самом деле действительно небольшое количество, тем более мы должны четко понимать, что у нас здесь консервативный избиратель, люди, которые привыкли там, отработав смену на заводе, прийти там просто выпить, я не знаю, бокал пива. И вот, не каву, да. Да, да, да. А есть вот именно те активные, которые, в принципе, и планету раскручивают. Потому что на сегодняшний день только у нас один существует Альберт Эйнштейн, один Стив Джобс и вот люди, которые вот постоянно делают какие-то вот гиперпространственные скачки. А вот что, больше людей разве было, когда мы в яичное воскресенье остановили все парни в Запорожье? Нет, столько же. А сколько человек вышло в руках с оружием охранять ОДА, чтобы у нас не произошло то, что в Донецке. Да вы поднимите донецкие кадры и посмотрите, что взяли штурмом 1000 человек. Донецк, больше 1 000 000 жителей, 1000 завезенных из России людей, милиция расступилась, зашли и провозгласили себя республики. Хоча Донецк виходив і був дуже багато людей виходили на протести, але ну тоді казали, скільки заїхало. То есть, знаете, есть такое выражение, нас мало, но мы в тельняшках. Достаточно сейчас вот людей, которые, и опять же таки, есть такой революционный лозунг, из Истры возгорится пламя. Ни в коем случае тут не призываем никаким демаршем, никаким революциям, цель вообще этой акции заявить. Потому что я не нахожусь там где-то, условно говоря, во Львове, вот, мы соприкасаемся территорией. Вот, и мы буквально тут все, если вот какая-то будет для нас ненужная развязка, война может на нашей улице перескочить буквально за сутки. Здесь могут уже появиться российские танки. Дабы не повторять то, что проходила уже Грузия, то, что проходили все вот государства Израиль, там, давайте, хорошо, мы уберем, там, мы отдадим арабам эту территорию, хорошо, вот нас попросили, давайте вот уступим. Уступили, получили еще больше ракет себе на голову. Грузия то же самое, вот там пошли на уступки, что? В итоге потеряли территории. Все Молдова. Это пройдено 1 000 000 раз. Молдова, потім зараз знову такі паралелі Югославія, але наскільки можна говорити і історичні паралелі зараз, і якісь інші паралелі, інші, як каже президент, страшилки розкручувати, якщо от сьогодні інформація в другі дня на «Українській правді», на ресурсі «Українська правда» з'явилося дослідження, перше така реакція «Рейтинг», соціологічна група «Рейтинг» розмістила, що 2/3, 60% українців ще не готові оцінити, не змогли оцінити, що відбулося, оцю ініціативу мирного врегулювання, яку вкладають в цю так звану формулу Штайнмайера. 23% дуже чітко висловилися проти, категорично проти, 18% підтримують. Але оці 2/3 – це ті 60%, які потребують пояснення, а що відбулося? Его нет пояснения. Потому, смотрите, ни один информационный канал вчера особенно не показал то, что произошло. Никаких разъяснений. Президент нам замалчивает тему, не дает пояснений в Верховной Раде. То есть это рассчитано на людей, которые, ну не так уж все и плохо. Это то, что нам пишут в Фейсбуке. Ну чего вы начинаете истерить? Все нормально, мы красиво закончим войну, все вернутся. То есть подача идет с красивой обертки. А что в этой обертке? Многим просто неинтересно, как говорил Рома, у них дом работаем, больше ничего не интересно. Ну, а бы только в моей квартире никто не поселился. Все. Кто-то втомился, скільки ми чуємо про втому, скільки ми чуємо про те, що вигорання. Втомився те, кто никогда не был на войне, кого она не коснулась. Если коснулась волонтеров, если коснулась бойцов, они не могут втомиться, потому что они понимают, что сейчас на передовой такие же ребята, как они. Давайте про те, що першими зреагували у нас Нацкорпус, і, ну, в Запоріжжі, якщо ми говоримо, і вчора в 23:30, я, до речі, отримала повідомлення, запрошення, правда, пізно, вже в 22-й, майже 50 чи в 23-й, запрошення під закриту Службу безпеки України. Отже, давайте зараз у нас є з Фейсбук-сторінки Максима Зайченка, який
очолює національний корпус в Запоріжжі. І зараз подивимося це відео. Максим є ще й ветераном полку Азов. І, наскільки я знаю, під СБУ якраз нацкорпус і ветерани виходили під СБУ так само в різних містах. Зараз дізнаємося, чи є це відео. Так. Ось воно. Ми люди, які у 14-15 році стали на захист України, української державності, сьогодні, будучи в цивільному житті, вимушені знов захищати нашу державу. Да, у нас є спеціальна служба, яка займається збереженням національної безпеки України. І ми сьогодні хочемо передати цей лист і звернутись з вимогами. Прошу передати повноваження керівництву нашу зв'язку. Дякую вам. Я сподіваюся, що ви ідейно на нашій стороні. Дякую. Ні, капітуляць! Ні, капітуляць! Ні, капітуляць! Ні, капітуляць! Ні, капітуляць! Ми не дозволимо здати нашу країну! Слава нації! Смерть вам! Отже, це вчора в Запоріжжі в 23:30 під зачиненою будівлею біля брами. Сьогодні в кількох містах, вчора в Києві передавала демократична сокира. Це поки ось такі, ну я не скажу атомізовані, але все неузгоджені дії. Коли будуть спільні дії і що це будуть за дії? Які вони мають бути? І от тут сказано «ні капітуляції» як одне з гасел. Ми чуємо президента, який стверджує, що ніякої капітуляції. Ну, ви знаєте, я, в принципі, теж все одно вважаю, що Єдин Сокира і Національний корпус – це все одно політичні організації. Вони представляли себе на виборах, вони навіть об'єднялися там в коаліції, щоб отримати більший процент іменно вот этого нацсегмента избирателей. Ну, вони «Свобода», да, «Нацкорпус». Мені все-таки більше нравится, коли вот іменно хедлайнерами, коли локомотивами являються вот такі вот общественные організації или волонтери, як Лена Ярошенко, які вне політики абсолютно, но которая в бинокль видела войну, которая видела эти разбитые дома. Я вспоминаю ее иллюстрации, как она ходила по этой разбитой школе, где валялись эти тетради, засыпанные вот этими обломками школы, зданий. 14-й. Да. 16-й школы. Не, у Лены вообще, у нее вообще огромная география, именно ее пребывание в точке конфликта на Донбассе. Вот. Ее знают очень многие и комбаты, и солдаты. И я еще раз говорю, вот когда идет она отсюда энергия, она почему более сильная, более актуальна? Потому что мы прекрасно знаем, как это все у нас сюда начинается у политиков, потом идут какие-то между ними там разборки, недоговоренности, и это все потом опять-таки рассыпается. В принципе, как нас когда-то татары положили, наших князей, которые не хотели собраться в кучу. Вот Майдан, энергия людей, она собирается больше. Вот побили студентов там, да, и на улице 4 миллиона. Кто их организовывал? Посмотрите митинги в Гонконге, как происходит, да? Да, люди разбились просто по районам. В районах есть свой лидер, который выводит свои там 2000 человек. И в итоге на площади, не, абсолютно не договариваясь, они создают огромное противостояние, показывая всем своим видом, что мы протестуем против того, что власть там сейчас принимает. Але це говорить про те, що ми не змогли структурувати свій політичний простір за ці 5 років. Ми не змогли зробити ті політичні, ну, створити ті політичні сили, які були б дійсно політичними. Оль, понимаешь, еще на сегодняшний момент, я с тобой согласен, но давайте так, по-честному, мы еще 30 лет не прошло, как мы молодое, маленькое такое государство, гордое, которое сейчас вот проходит то, что весь мир проходил по 200-300 лет этой демократии, к чему они все пришли. Народ, да мы вышли, мы 70 лет были под колючей проволокой, под дуло пулеметом, под кривей начальник. Вот, как мы сейчас, вот у нас в генах еще совершенно другое, вот сейчас уже та молодежь, которая рожденная в абсолютно свободной Украине, откуда нам брать или имплементировать ту или иную модель, мы это должны переболеть, как переболеть гриппом, получить иммунитет, получить свое национальное идентичное ДНК, с которым дальше это и будет основой нашей державы. Все. И просто я вот еще по поводу Лены хочу сказать, вы знаете, вот эта диджитализация, она очень сильно здравомыслящих людей вот оставляет по домам.
я посмотрел вот акции прямого действия, если раньше, четвертый год, как это все Майдан, как это все возникало, да, я понимаю, вот Мустафа Наем написал там что-то на Фейсбуке, там что-то сообщение, да, он поднял Киев. На сегодняшний день многие люди думают, что я лайкнул Ярошенко, я с ней. А то, что нужно выйти, то, что нужно показать своим присутствием, да, вот, и если собрать эти все лайки, ну, в Запорожье, допустим, да, в Запорожье, допустим, наберется 20 тысяч человек, которые действительно против, которые родственники, людей, которые служили в АТО. Да у нас в области 15 тысяч ветеранов, на секундочку. Если всех этих свести, ну еще раз, не сама цель собрать на площади огромную толпу, массу людей, чтобы сюда согнали всю полицию, всю нацгвардию. Мы тоже не этим занимаемся. Мы понимаем, не спит пятая колонна. Я понимаю, не спят те люди, которые сейчас завтра будут дальше забрасывать. Я понимаю, что такие же ходоки сейчас пойдут по воинским частям и на ухо там, Зеленский вас сдал, давайте БТРы на Киев. Да Путин ждет только этого, чтобы БТРы пошли на Киев. И мы прекрасно должны понимать, что там администрация президента поняли, не Лена подрывает устой государства, придет другой, кто подорвет. Но вы хватаетесь за голову, потому что она все делает правильно. Потому что, еще раз говорю, два часа сюда танковые колонны, чтобы уже танки стали в Запорожье. Вот и все. Сьогодні вдалося без політичних прапорів? Наскільки зреагували саме так? Тобто відповідально і самоорганізовано. Тобто нам вийшло знову, як тоді 24 серпня, продемонстрували рівень самоорганізованості, рівень відповідальності. Я бачив представників політичних сил, але без прапорів, абсолютно під егідою от іменно от такого народного вечора. Тільки флаги України. У нас зараз на Майдані наш кореспондент Віктор Дерев'янко, якраз кореспондент, і готуємо з ним включення. Ще хочу вашої реакції, що там відбувалося. Ну, зрозуміло. Кава це, як Рома сказав, по фен-шую. Ну, тобто кава це кава для Ірошенки. Ірошенки. Да, шалена бджілка сьогодні. Шалена бджілка. Да, сьогодні була у всіх. П'ятий президент сказав, що це його улюблена цукерка. Так, отже, шалена бджілка, кава. І це все для того, щоб показати, що... Що ми є, що ми все одно, я говорю, несмотря ні на що, це одно ціле, і що ми хочемо зберегти цю Україну. І що далі? Знаєте, ми продумаємо, ми будемо збиратися ще. За чим ми будемо? Що саме ми будемо пильнувати у подальших діях влади? І чи будемо далі виходити на депутатів, які зараз від нашої області, і просто на депутатів, не обов'язково мажоритарників, а й списочників? Що далі? Ну, я хочу немножко відповісти на таке. Сьогодні Львов в третій раз з 2004 року вернув комітет Євромайдану і запустив його. Сегодня представители Львова уже поехали на Киев. То есть вот это первый шаг, который, наверное, должен объединить всех. Мы должны создать какой-то свой комитет, который, спильноту, которая будет нас поддерживать внутри. По всей координировать Украине. Никаких политических провокаций. Мы не должны поддаваться ни на какие марши, ни на какие политические истерики. Да, мы должны держать руку на пульсе и все равно показывать, что мы существуем. Это главное. Олена, и до речи, мы говорим про то, что это Запорожье, это Львов. У нас мав бути сюжет з Херсону, поки ще сподіваємося, що його побачимо. Колеги з Херсона з філії Суспільного готували сюжет, бо там виходили. Ми чекаємо на телеміст із Миколаєвом. Там теж сьогодні активності. Де ще? Вінниця, Миколаїв, Херсон, Одеса. Ну, вчора Київ почав. Київ почав. Там в списку більше 11 городів, які сьогодні вийшли. І це не повідмашки. Це просто люди, які от, дійсно оце енергія... Під постом я бачила, під київськими постами, да, о том, что они вчера собираются, города, а мы и собираемся, а почему мы не собираемся? А когда в нашем городе? Мелитополь собрался вообще спонтанно, увидев, что Запорожье уже пошло. Токмак начал сегодня отзваниваться, говорил, так подождите, мы тоже с вами, мы не успеваем приехать к вам, значит, мы начинаем собираться у себя. То есть никто не поднимал, никто не спонсировал, да, как все говорят. Ну, разве что Шелена Бжилка. Да, она должна быть примитивной мира, еще раз объясню, потому что вот большая очень проблема у офиса президента, то, что мы о подписании формулы Штайнмайера узнаем из российских информационных агентств. Люди, он отрекается от того, что это произошло. Вы что, секундочку, как мы от россиян можем узнать, что кто-то подписал? То есть без меня женили, да? Вот. Так просто говорили поляку, ничего про нас без нас. Да, я жму руку президенту по поводу освобождения наших моряков. Но нас 42 миллиона. И когда там приводят случай там, по поводу Израиля, что вот отдали там 1000 арабов за одного израильтянина, ну так
так, там не отдавали национальные интересы. А так как президент не говорит, я понимаю, вы знаете, действительно, в политике должна быть какая-то хитрость. Так. Какая-то вот такая вот штука. Возможно, там хотят запутать там, и так далее и тому подобное. В тактиках и стратегиях, да, понимаете, верно, пошло все одним комом. Трамп говорит, договаривайтесь там сами. Макрон там, ну я не знаю, так как он расцеловал зад россиянам, я такого от них вообще не ожидал, вот, на паре. Вот. А вы же должны прекрасно понимать, что ни одна война, там, где Россия границей соприкасалась, она ничем не хорошим не закончилась. Северная и Южная Корея. В итоге провели забор, до свидания, Северная, живите как хотите. Да? Возьмите Вьетнам. Там, где с Россией, с Китаем проходит граница, то что бы Америка там ни делала, до свидания. Приднестровье, там все, мертвые страны, мертвые, убитая экономика, все разбито. Я не хочу себе увидеть здесь такое. И если бы у нас бы хотя бы все разжевали бы по полкам, да кто бы сегодня выходил? Если была бы четкая дорожная карта на той доктрине, на которой постоянно, пусть ее замусорили, затерли до дыр, ну, Геращенко, Порошенко, наш премьер-министр, там, да, и наш министр иностранных дел, все стояли на четкой доктрине. Уберите войска. Да, миссия ОБСЕ ни разу в жизни не проводила мониторинг на территориях, которые оккупированы. Если сейчас американцы сами подтверждают, что данные со спутниковых снимков подтверждают, что группировка войск россиян на Донбассе в три раза превышает нас по количеству танков, артиллерии. Да? То про какие развивания мы говорим? Они не хотят никого туда пускать. А как мы можем сейчас дать им определенный статус, сказать, люди, за полгода россияне даже не успеют демонтировать все, что они там настроили, потому что это только они эшелонированная оборона. У них есть линия тыла, у них там все это отлажено, все. Им нужно только на демонтаж потратить минимум полтора года, вывести свое дерьмо военное, которое они туда завезли. И на сегодняшний день они просто пытаются выдавить. И вот, опять же таки, был бы Зеленский, знаете, такая вот акула, лис такой хитрый, вот, который побитый политикой. Но я послушал, как он с Трампом поговорил. Ну, другие мои, вот понимаете, вот сказать мой прокурор, вот, это при том, что ты критиковал Порошенка за то, что он поставил своего кума, да? Романе, у нас якраз є зв'язок зелений, цікаве, обговорюємо цю метафору. Так, отже, зараз давайте спробуємо послухати нашого кореспондента Віктора Дерев'янка, його враження від того, що було у нас сьогодні на Запорізькому Майдані, і продовжимо нашу розмову. Отже, чи нас зараз чує і бачить Віктор? Вітю, чи ти на зв'язку? І, будь ласка, поділися. Ага, бачимо Віктора. Вітаємо, поділися враженням. Зараз я перебуваю на площі Героїв Майдану, акція закінчилася 25 хвилин тому, за даними організаторів, на акції перебувало 400 осіб. За даними патрульної поліції Запоріжжя, перебувало приблизно 200 осіб. Зараз же більша частина мітингуючих вже розійшлася по домівкам. Протестувальники виступали проти імплементації формули Штайнмайєра, яку вчора погодили на трьохсторонній контактній групі у Мінську. Також мітингувальники скандували патріотичні лозунги та вимагали не допустити відведення українських військ від лінії розмежування, виведення російських та терористичних угрупувань з Донбасу, а також не допустити федералізації України та будь-яких домовленостей за російським сценарієм. Студія. Дякую, Вікторе. Спасибі, що там. Отже, ще раз те, про що ми сьогодні говорили. Перше, імплементація, про імплементацію йдеться в новий закон, бо поки діє ось той, точніше, він так не діє, він латентно якось діє до кінця цього року, і далі має бути новий закон, в який буде імплементовано цю формулу. Стверджує президент, що це буде тільки після того, як ОБСЄ прозвітує про демократичні вибори, які відбудуться після розведення військових сил, ну, тобто ніби є ця логіка, цей алгоритм, ця послідовність. Ну, як ви представляєте вибори на Донбасі? Хто побідіт? Побідіт Пушилін? Побідіт бивші полковники і майори Захарченка? Ну, я не думаю, что там победит там, представитель свободы или какой-то более демократической партии. То есть там останется все как есть. А мы потом еще, один из пунктов, будем выплачивать пенсии. Правильно? А теперь у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, мы будем выплачивать пенсию вдове Моторолы за потерю кормильца? Мы будем выписывать пенсии инвалидам якобы этого конфликта, то есть тем ДНРовцам, которые расстреливали наших ребят в ДАПе, или бабушкам, которые кидали камни в наших ребят в 2014 году, когда шел парад пленных?
То есть все это нам хотят сейчас преподнести в красивой обертке и сказать, что вот завершення так мы должны повести. Завершення конфлікту і завершення заради миру. Ось таких. Какой мир? Ми навіть не можемо ще поки побачити, що саме. Йдеться тільки про те, що узгоджено все зняти останні перешкоди для зустрічі в нормандському форматі. Що про зустріч? Нормандський формат, да. В чому взагалі всю життя був камінь преткновення? Угу. Чому це вот його і хотіли поставити в ранг замороженого конфлікту? Угу. Украинская сторона всегда настаивала на том, что сначала вы выводите все технику, все, заходит туда мониторинговая миссия. Пусть это будут войска ООН. То есть россияне на всех ток-шоу рубили. Это будет как Сребреница. Мы уберем своих, зайдут туда бандеры, вырежут всех. Да, начнется резня. Мы это уже проходили, уже так далее и тому подобное. Нет, секундочку. Заходят туда войска ООН. И начинают располагаться на всей территории до границы. Угу. Границу мы закрываем своими пограничными войсками. Там становится наша армия, чтобы там муха не пролетела с российской стороны. С того боку. Да. Приходит миссия ОБСЕ, и мы там проводим выборы. Пусть даже, я припускаю на то, что там выбирают Пушилина. Да, это их проблемы. Да. Пусть они их выберут. И мы разумеем, давайте, что за 5 роки начнем с того, что две трети Донбасса, они под нашей юрисдикцией. Так. То, что там выберут, и вы же опять посмотрите там, но опять же здесь в данной ситуации, хорошо, я комитет избирателей Украины, я официально в ЦВК, у меня миссия наблюдения. А есть у меня гарантии, что я, который награжден там, грамотой Верховной Рады за свой вклад там, в волонтерское движение, там, медалями, там, орденами, там, условно говоря, там, да, правительственными наградами, которые висят на сайте, что я приеду до Сирошенко, а нас там просто расстреляют, чертовой матери. Кто будет гарантировать безопасность? Конечно, кто мне с ней будет там гарантировать, если я не буду видеть моей полиции, моих СБУ? Хорошо, пусть международный солдат, военный, который нам должны гарантировать безпеку. Я должен сесть на участок. То есть, еще раз говорю, безпековый компонент должен быть на первом месте. Я перепрошую, зараз перебиваю, Романе. У нас є на зв'язку колеги з Миколаєва. Тема дня сьогодні в Миколаєві теж про те, як Миколаїв реагує на нові політичні умови, в яких опинилася Україна. І моя колега Катерина Лисюк, дуже рада її бачити. Вітаю, Катю. І якщо можна, кілька слів про те, що у Миколаєві сьогодні, а ми вам скажемо, що у Запоріжжі. Прошу, Катю. Наскільки я знаю, бо сподіваюся, що ми почуємо Катерину Лисюк, яка сьогодні веде тему дня в Миколаєві, і їхня програма «Суспільний Миколаїв» присвячена виходу реакції Миколаєва. Дуже цікаво було почути, скільки людей вийшло, яка там ситуація, скільки мирно і цікаво. Я знаю тільки, на жаль, поки нема зв'язку. Почекаємо, може, спробуємо ще зв'язатися. Наскільки знаю, у них в 16:30 вони виходили під СБУ. Там теж Нацкорпус і колишні військові, ветерани. І в 19-й вони збиралися на свій Майдан. Не в 18-й, як у нас, в 19-й збиралися. Сподіваємось, якщо ще буде можливість, почуємо. Якщо ні, будемо пильнувати ціну. Це сьогодні найголовніша тема, врешті. І будемо пильнувати, що далі, як Україна реагує. А головне, давайте нам теж вже треба завершувати, що можна сьогодні сказати на завершення. Отже, перша ластівка. Мені сподобалося, як Олена сказала, що добре, що не в листопаді, ми вперше в жовтні. Да? Отже, в жовтні перша ластівка, багато людей, відповідально, самоорганізовано. Що далі? Теперь мы ждем реакции наших депутатов, которых мы выбрали здесь. Верховной Рады. Верховной Рады. Мы хотим, чтобы они проголосовали за независимость Украины и за цельность Украины. Потому что если они проголосуют так, как они в последнее время голосовали одной толпой, поднимая руки и даже не рассматривая что, мы потеряем эту страну. Сейчас все зависит от них. Если они... Если их реакция не задовольнить...
Мы показали, что мы есть, а теперь мы будем ждать их реакции. Uh-huh. Если она будет не такой, как хотя бы всей стране, тогда будут какие-то другие действия. Пока я не буду говорить, что, потому что это uh-huh. будет неправильно. Отже, є вже спроба сформувати якийсь комітет, який об'єднає, координує сили активні в Україні, і львів'яни вже поїхали, ви сказали, на Київ. Далі пильнуємо, що буде далі в Верховній Раді, і що ще пильнуємо? Ну, естественно, нужно сейчас действительно нашими месседжами задавать администрации президента, офису президента uh-huh. правильный вектор, uh-huh. чтобы они четко понимали, формула Штайнмайера, ее как таковой не существует. Uh-huh. На сегодняшний uh-huh. день, по сути, ведь никакой даже израды не прошло, это просто договорились, что как бы сейчас вот будет вот особый статус, uh-huh. придумаем там сейчас специальный закон, чтобы там проголосовали, но мы действительно на выходе можем получить хасавюрт. Когда Ичке как бы вроде в рублевой зоне внутри страны, но через вот то, что нельзя было туда зайти никаким проверяющим органам, правоохранительным органам, они через банковскую систему организовали системы авизо, они угу. вытащили из России все соки, все мафиозные кланы, все туда, у них свободный аэропорт, они клепали себе любые паспорта. Представляете, что такое сейчас донецким боевикам с безвизом передвигаться по всему земному шару? Угу. Это естественно, сразу весь мир нас закроет. Мы сядем под железный занавес, и ни в коем случае этого, то, что нам навязывает Россия, мы ни в коем случае не должны это принимать. Потому что на сегодняшний момент, еще раз, я президенту Зеленскому хочу напомнить, он не Порошенко, который был сидел, связанные руки, когда у него только 3 БТРа на всю армию могли поехать. Зеленскому оставили мощнейшую армию. У нас 250-тысячная группировка войск. Только за 5 лет мы получили 6 тысяч новых видов отремонтированных вооружений. Владимир Александрович, блефуйте, наглейте, топайте ногами, потому что на сегодняшний момент у вас есть зубы, которыми вы можете откусаться от россиян, которые вам сейчас пытаются пригладить и там что-то вам там рассказать, чтобы вы не получили здесь второе Приднестровье. И у вас есть громадяни, які пильнують, які Конечно. Не втомилися, будуть виходити, кухня, вимагати, не так, вимагати і відстоювати незалежність. І є вони в Запоріжжі. Спасибі, що ви тут. Спасибі всім, хто був з нами по той бік телеекрану і готовий не тільки дивитися, пити каву, лайкати в Фейсбуці, а й виходити. Далі буде. І далі буде вільна, незалежна Україна і Запоріжжя в ній. Спасибі вам. Хай всім щастить. До побачення.